Я такой папарацци снова на этой парковке. Но я сегодня изначально сюда не приехала, потому что знала, что здесь вот такие разборки будут. Но здесь, в общем, сегодня беспредел полнейший здесь. Вообще, как они тут вписались, так, ну ладно, это их дело. Вот проблема здесь в другом. Этот сидит, застрял, назад, видимо, не хочет идти. Стоит кран, непонятно, чем они занимаются. Там вообще просто бардак. Сейчас попробую снять. Не знаю. Вот вам культурная столица. Никакой культуры, я хочу сказать. Ну, вот тут слово не применяется. Применимо. О, наехали. Девушка смотрит на меня такая. Вот еще один на букву М. Окончание К. Сами догадаетесь, что это. Вот стоит так. Ага, девушка вот отъезжает. Сейчас меня задавит. Это опять на проезде стоят. Вот это тоже на проезде стоит. Вот я не понимаю людей. Ну неужели тупые такие люди до такой степени, что вот так вот ставить на проезд машины? Вот это, ну что бибикаешь-то? Нельзя бибикать. Вот еще один Kia 705 TAF. Вот говорили на сайте ГИБДД, якобы можно вот эти фотографии скидывать, и они будут приравнены к тому, что к наказанию. Вот я удивляюсь, что вот на проезде, вот видно же, что стоянка и проезд. Нет, машины поставили и себе туда. Сейчас задавят меня. Здесь лед. Так, Kia. Спартаж. Это, по-моему, девушка. Нет, это мужчина. Вот, в общем, собственно говоря, я хочу сказать, что беспредел полнейший. Вот как можно вот так автомобили ставить на проезд? Здесь я понимаю, занимаются этим. Но просто в последнее время здесь такие люди стали, девушка на Мазде. Такие люди стали просто. Вот там тоже стоит грузовик. Правило правой руки, опять же. Вот это, наверное, лед грузили, они не знаю, вот такая большая бомбина. Ну все, сейчас вот, конечно, рассосется здесь, но уже порядка на этой парковке нет. А вот там человечек сидел, который открывает, он, я не знаю где, потому что мог бы регулировать и говорить людям, что не надо здесь машины оставлять на проходе, потому что это проезд, вот въезд, видно, что въезжаешь право-лево, вот так вот автомобили здесь ставить. Ну я вот вчера в видео возмущалась по этому поводу. Сегодня. Поэтому призываю водителей Санкт-Петербурга на стоянках при вот этих парковках, которые перехватывающие парковки у станции метро, пользоваться правилом правой руки и не закрывать проезды. Вот сейчас я показала, какой большой КамАЗ выехал и грузовик. И, собственно говоря, вот, допустим, вот та машина тоже будет выезжать. Он сможет выехать, когда здесь вот так вот закрывали проезды? Вот оттуда идет сейчас машинка. Ушли, потому что девушка стояла. Вообще просто беспредел. Вот сейчас ты так и ролик обзову. Беспредел. Ладно. Покажу вам солнечный. Солнечный Петербург. Уже все, наверное, знают этот район. Потому что я его все время снимаю. Известное место. Там тень от этого Норда. А, солнце там спряталось просто. Вот он. Там был центр Норда. Сейчас меня спрашивают, а вы не в курсе, что, говорят, закроют все магазины в торговых центрах эти бычки? Я уже не знаю, такого я не слышала. Люди уже напуганы настолько и вот этими моментами. Вот, но вот сейчас идет все-таки информация, хочу сказать, ну, неофициальная, но рано или поздно YouTube закроет. Не просто так же люди все это обеспокоены и кинулись все открывать каналы в Дзен. Просто-напросто, потому что это случится. Конечно, жалко очень, потому что кончается на букву У. Еще комментарии, смотрю, стали исчезать. Был комментарий, смотрю, исчез. Ну, как-то вот YouTube не очень так это. Ху! На улице 5 минут. Но солнце это уже радует. Так, ну ладно, все, я закругляюсь, потому как перед смертью не надышишься, но хотя бы вот так вот осветить события, претензии, так сказать, к автомобилистам, которые не умеют. Пешеходный переход свободный 11 секунд, но я только на одну половинку успею
перебежать, потому что я бегаю как козочка, а сзади уже где-то там слышу велосипедист. Вот. И на островке в этом буду ждать следующего светофора. Тут уже красненький горит. Так вот. Бегать это хорошо. Правда, Лолочка? Козочки бегают.